Да все, я рядом. Катуша, давай, пожалуйста, дай мне снять. У меня здесь, между прочим, целая коробочка для девчонок. Показать, какие я сделала покупки. Девочки, всем большой привет. Меня зовут Иринка Соколова. Я практикующий психолог-сексолог. И сегодня я хочу с вами поговорить. Ну, еще я бьюти-блогер. Как бы мне хотелось. И сегодня у нас будет с вами распаковочка. Ко мне буквально вот пришла посылочка от Золотого Яблока. И сегодня не трогай мою кисточку. Уйди. Уйди, противно. Не для тебя я кисточку покупала. Итак, сейчас мы с вами посмотрим, что же я себе приобрела. Что я себе выписала, заказала. Но перед этим обязательно подписывайтесь здесь. Подписывайтесь на мой телеграм-канал. У меня там много психологии, сексологии. И также у меня там фитнес-тренировочки. И, конечно же, подписывайтесь на меня ВКонтакте. Там я с вами регулярно вам показываю свои сторисы. И там вообще интересно, тоже весело. Я вроде бы привыкла уже, собственно говоря, как можно быть ВКонтакте. Итак, что же я приобрела в Золотом Яблоке? Было не очень много, я здесь вообще купила абсолютные расходники, то, что мне нужно регулярно. И знаете что, первое, что я взяла, я заказала себе две зубные пасты от бренда DVRP. Я взяла себе white отбеливающую и для чувствительных зубов, которые идет, да, основные чувствительные зубки, вот это она у меня уже в ванной стоит, я ее достала. А это вот абсолютно новенькая, я ее еще в ванну не ставила. Обожаю эти зубные пасты, мне нравится, как они работают, мне нравится, как они отбеливают, мне нравится их деликатность, мне нравится то, что они экономичные, мне не нравится их цена, вот, а то вы мне скажете то, что я их прям захвалила, мне не нравится их цена, они не бюджетные, то есть, но мне они нравятся по действию, да, сплат испортился, хотя я много-много лет, помните, пользовалась сплатом. Следующее, что я взяла, это был... Я опять продублировала свой любимый шампунь, шампунь любимый моего ребенка. Это бренд Clorant, Clorant, восстанавливающий шампунь с органическим маслом капусу. Вот. Я его люблю, ребенок любит, мне нравится, как он работает на волосах. Абсолютно расходник, ни больше, ни меньше. Также я взяла себе хна. Первый раз брохена. У меня миди 106 оттенок, я вам уже окрашивала брови. Говорят, что до 10, до 2 недель должен держаться на бровках, но посмотрим, как будет работать. Пока что я уже вижу, как он смывается, но в целом неплохо, цвет классный. И что же я себе еще приобрела? Я заказала себе в этот раз, почему-то я думала, что я заказала и сыворотку, и крем отдельно, но потом вспомнила, что я хотела попробовать их наборчик, посмотреть, как это будет. И так как я периодически ночую не дома, я командирую себя, остаюсь в гостиницах, в общем, я взяла себе вот такой вот набор, от бренда Ionic. И это у нас идет здесь сет крем с центеллой для лица увлажняющий, и такая малютка, сейчас мы с вами откроем, посмотрим. И такая малютка просто 15 миллилитров. Смотрите, какая просто. Это же, это вы понимаете, вот он насколько меньше. Я вам сейчас прям покажу. У меня есть его большая версия. Вот такая 50 миллилитров. И тут вот просто такая вот малышечка, маленькая такая вот. Вот просто. Это просто что-то из разряда очень-очень мило. Но это вот в сумочку брать очень круто, в косметичку. Это прям, ну, попробовать. Это классно. Формат 15 миллилитров. И все в стекле с пипеткой, это очень здорово. И, конечно же, мой любимый расходник, крем для лица, который идет у них с центеллой. Он весь запечатанный же, я надеюсь, да, он весь запечатанный. В общем, буду пользоваться им и дальше. Мне, конечно, в планах есть попробовать еще такой более жирненький крем на лето, но посмотрим, на лето, на осень. Все, я уже заговариваюсь, просто время очень поздно, я немножечко устала. Поэтому я надеюсь, вы будете очень щедрыми на лайки, поставите лайки, откомментируйте, подпишитесь и вообще все. Люблю, целую, с вами была Ширинка Соколова, увидимся в скором будущем новом видео.